В администрации Каспийска 17 июля состоялась 37-я сессия собрания депутатов 7-го созыва под председательством Абдулвахида Джаватова. Участие также приняли его заместители Аза Алиева и Тимур Насрулаев. У нас на сегодняшнем заседании много вопросов бюджета, на неочередное. У нас есть срочный вопрос касаемо бюджета, то есть касаемо вопросов бюджета кредитования, которые мы сегодня будем обсуждать. На повестке дня первым вопросом стало внесение изменений в решение собрания депутатов о бюджете городского округа на 2024 и плановый период 2025 и 2026 годов. Докладчиком выступил начальник финансового управления администрации муниципалитета Джанбулат Джабраилов. Он подчеркнул, что данные изменения необходимы для завершения второго этапа строительства стелы «Город трудовой доблести» и на закупку новой спецтехники. Помимо этого, присутствующими было отмечено, что в связи с многочисленными обращениями граждан, поступающими в собрание депутатов, касающихся вопроса внесения изменений в генеральный план городского округа в целях обеспечения устойчивого развития территорий муниципалитета, были рассмотрены вопросы дорожной карты и реализации мероприятий. По всем вопросам были приняты соответствующие решения.